Теперь наглядно вам продемонстрирую, как единообразно у нас работают методы любой сущности УРМД7. Рассмотрим с вами два примера получения данных на старом ядре. Получим группу пользователей по фильтру и элемент инфоблока по фильтру. И нам нужно только название группы и название элемента информационного блока. Для простоты я буду задавать ID конкретного элемента, чтобы вам было понятнее. На самом деле фильтр может быть каким угодно, тем, который требуется для решения ваших задач. Итак, оба метода называются getList. Сначала сделаем запрос на получение группы пользователей с ID 1. Во-первых, указываем сортировку. Причем в случае getList по группам пользователей сортировка у нас задается первыми двумя параметрами метода. В первый параметр мы должны передать ссылку на переменную, где будет указано поле для сортировки. Второй параметр – это такая же ссылка на переменную, в которую необходимо поместить направление сортировки. При этом мы не можем не указать сортировку. Если указать false, то будет ошибка. Согласитесь, не очень удобно, что нам пришлось в обязательном порядке создать две переменные, которые не несут никакого смысла в себе и к тому же засоряют код и память операционной системы. Третьим параметром передаем фильтр. Мы указали, что нам нужен элемент с ID 1. Есть еще четвертый параметр, нам он не нужен. Он позволяет выборку добавить поле с информацией о количестве пользователей в данной группе. А вот возможности задать поля, которые я бы хотел получить в выборке, такой возможности нет, к сожалению. Я вынужден получить все поля, а уже с помощью своего кода отобрать только нужные. Смотрим на результаты работы нашего кода. Как видим, мы получили информацию о группе администраторы. А теперь получим элемент инфоблока с ID 1 аналогичным образом. И все-таки попытаемся получить только название, а не всю информацию об элементе. Во-первых, не забываем подключить модуль информационных блоков, так как метод getList класса CI-блок-элемент относится к нему. Сортировки. Ключ параметра – это код поля, по которому сортируем. Значение – это направление сортировки. Тут мы явно указываем сортировку. Ну и плюс, у нас может быть указано неограниченное количество полей для сортировки. То есть сначала сортируем по первому полю, потом, если есть элементы с одинаковым первым значением для сортировки, сортируем по второму параметру и так далее. Мы, в отличие от предыдущего примера, можем не указывать сортировку вообще. Вторым параметром у нас идет фильтр. Указываем, что нам нужен элемент с ID 1. Третий и четвертый параметры отвечают за группировку постраничную навигацию соответственно. Мы их не указываем. И пятый параметр в массиве указываем, что нам нужно только поле name. В предыдущем примере у нас у getList по списку групп пользователей 3, 4 и 5 параметра просто не было. То есть и функционал, который реализует эти параметры, нет у getList по группам пользователей из прошлого примера. Идем в публичную часть, обновляем страницу и видим, что у нас также появился вывод нашего элемента. В отличие от группы пользователей, мы смогли тут получить только интересовавшее нас имя. Как мы с вами наглядно увидели, что getList по группам пользователей и getList по элементам информационных блоков совершенно разный набор параметров имеют. Требования к этим параметрам и много еще других вещей различаются. Более подробно вы сможете посмотреть в документации на сайте Битрикса и обратить внимание, насколько сильно развит getList по элементам информационных блоков и как сильно ограничен getList по группам пользователей. И все это нужно знать, помнить и постоянно обращаться к документации. В случае же getList сущности URM все четко стандартизовано. И от одной сущности URM к другой ничего не меняется. Порядок параметров не важен, так как методу передается один параметр – массив параметров. А внутри массива вы можете параметр указывать в произвольном порядке, указывать только нужные вам, не вставлять никаких заглушек типа false. Мы можем указать, какие поля нам нужно вернуть, указать фильтр, группировку, параметр сортировки, ограничение на количество возвращаемых элементов и так далее.
Теперь же реализуем то же самое. Получение группы пользователей элемента инфоблока, но на ORM. В Bittrex, как я уже упоминал, код старого ядра постепенно заменяется новым кодом. Так и все таблицы с данными постепенно описываются как сущность ORM. То есть имеем одну таблицу или сущность, несколько таблиц, API доступ к ней на старом ядре. И эта же таблица описывается как сущность ORM и, соответственно, получает API доступ к данным на новом ядре. Также получаем группу пользователей с ID 1 и указываем, что нам нужно вернуть только название. Сама ORM сущность в данном случае у нас описана в классе Bittrex Main Group Table. И аналогично подключаем модуль информационного блока и выбираем элемент инфоблока с ID 1. Также получаем только название. Как вы можете видеть, внешне ничем у нас не отличается getList по элементам инфоблока. Только класс с описанием ORM сущности в этот раз другой. Bittrex iBlock элемент Table. Открываем публичную часть и видим, что наши оба метода отрабатывают как нужно. И мы получили имя группы пользователей с ID 1 и имя элемента инфоблоков с ID 1. Результат работы кода на D7 и на старом ядре у нас получается одинаков. Точнее, почти одинаков. Мы на старом ядре так и не смогли ограничить список выбираемых полей сущности. Но вариант на D7 стандартизован. То есть любой другой getList по любой другой сущности имеет такой же формат, что нельзя сказать о старом ядре. Видите, что отличие значительное. В случае ядра D7 у нас практически одинаковый код получает элементы разных сущностей. В случае старого ядра код отличается весьма существенно. Это неудобно, зачастую не позволяет легко решить поставленную задачу и создает дополнительные трудности разработчику. Хотел бы дать важное уточнение. Примеры, показанные в ролике, работают. Но то, что они показаны в ролике как примеры, вовсе не говорят о том, что весь 100% функционал инфоблоков или IP для работы с группами пользователей был перейден на ORM, и вы можете отказаться полностью от старого ядра. Вам нужно стараться использовать API, которое уже было переписано на D7 и ORM, но при этом понимать, что функционал, реализованный на старом ядре, еще длительное время будет переводиться на новые ядра, и у вас может сложиться ситуация, когда вы еще будете вынуждены использовать API старого ядра.